Да отпердали ты с Our Life. Стриминг Red Dead Redemption 2, Red Dead Online.
Ah, bonjour. You've been away on some travel. C'est parti. Be nice to have just 5 minutes when nothing hurts. Купимся сразу. Разумно, берем всякого дерьма. Goddamn thugs in suits, preying on simple country folk. Now apparently they're blocking roads around here, stopping wagons. People are getting antsy. I just had two buyers back out of a deal because they think it's too dangerous. So, I reckon it's time these bastards moved on, don't you? Play them at their own game. Что-то делать. Что тут? Состояние херовое. Понял. Тоже состояние ни о чем. Тоже состояние, блядь, ни о чем. Да чухать все оружие. И это надо почистить. Раминту. Так, что у нас тут есть? Ланкастер давай возьмем. Так, а тут 4 патрона, тут скоростные, да? Поехали этих ёбнем сначала. Нам-то чё, особо париться не надо. А, подожди, что у меня тут экспрессом-то. Нехти и всё. Заехать за патронами. Да, пацаны? Я... Засели. Я
Я им, блядь, увижу. Наверное, нет. Владей, засел, ты понял? Я... Где он там? Это стреляется мне винтовка. Или нет? Где-то там еще один сидит. Тех будет надо зачистить. Пограбим их тут немножко, пограбим. Плохо, что с них патроны не поднимаются. Так, ну и на эти два метка поставим, съездим. Где там моя коняша? Блять, хуево стреляю с винтовки. Вообще плохо. Совсем не очень, я бы сказал. Грабанули. Так, подождите, это не та телега, которую можно ограбить, и это не та, вот это та. Замка нет. Пом. Давай.
еще часики спиздим. Самогон. Это что ли? Игла. Конечно, как моих, а? Ты заметила? Так что там у нас по общему осталось? Гагары. Гагары, да? Выпотрошить одну Гагару. Поехали на Гагаринах. Гагары должны водиться где-то вот здесь. Вот. Гагары. Поэтому едем вот сюда куда-то. Пока едем, чекаем. Чекаем всю шляпу. Где-то что-то копаться должно. По-моему, возле моста. Я ж прав? Нет. А, ну да. Тут под мостом. Что-то должно выкопаться. Сегодня у нас понедельник, день тяжелый. Поехали. Под мостом. Копаем, лутаем. Приехали. Гагару искать. Ободрать надо. Идти твою туда. Что ж ты попалась-то мне под ноги? Ты какая? Первая. Ну давай шкуру снимем. Погрузимся. Нет, ну и хрен с ней, с толкашкой. Так, где ж могут быть гагары? Жаба точно есть. На, похавай. Индейки, блядь. А вы кто? Индейки. А там никого, да? А тут по берегу дядя только грядет. Это гадючая плавает. Надо утра дождаться.
ты кто? Бурсук. Ладно. Ехали. Гагаров искать. И что растет? Это лопух. Учи. Учи, сучи ты, барсучи. Ну, ночь, типа, блядь. Под ним должны эти гагары быть. Скорее всего, здесь. Койоты, блядь. Копать ничего не надо, надо. Копаем. Копаем. Пойдет. Серьги какие-то. Освежуем. Уже и рассветает. Сейчас птицы появятся. И мы по побережью поедем, эти гагар поищем. Пойдем в доме тут полутаем, что должно быть. Что-то тут шелестит. Обыщем шкаф. Браслет какой-то. Дорогие сигареты. Это а в комнате что-то на столике бутылка и все. Давай попробуем гардероб открыть. Помада для волос. Поищем, что тут. Ни хрена, да? Тут тоже ни хрена. В сундуке хрена, нет? Приманки. Патроны. Все остальное у нас имеется. Так, а тут внезапно рассвело. Можно кого-то посмотреть, спичек. А вдруг какие-нибудь гагары? Ты кто? Ну вот же ж гагара. Ха!
Вот же белохвостая Гагара. А вы говорите. Нету тут ни хера. Вот же Гагара. Я взять могу, взять могу. Пойти с ней могу. Могу, даже освежевать могу. Быстренько. Ну все. Вот тебе и Гагара. Это проблема. В принципе, под эликом-то все. Общее задание 3 из 7, ежедневное 9. Серия 3 дня у меня пойдет. Гагара есть. Поехали к малому, что ли? Заедем. Что он там предлагает? Хотя нет, надо заехать на почту. А чтоб заехать на почту, ближе всего вот здесь вот почта. Поехали на почту сюда. Вот тебе и Гагара. Вся проблема. Так. Ну что там, Ромарио, Гагару нашел? Там какой-то корабль нашел, я хуй её знает. Где-то мне фотку прислал, там корабль валялся. Что-то у него игра заглючила или мы начетырили, Какого моста нашел корабль, блядь, валялся? Подожди, я гляну. Тут. А схуя ли у него тут корабль валялся? Кто ему его сюда респанул? У Ромарио тут валялся корабль. Вот там вот.
Схуяли он там должен валяться. Вот здесь у него валялся корабль. Ну да. Смотрим по фотке. Там это какая-то четверня. Мария где-то вот тут возле камня был. Да, получается. Ну, типа вот здесь. Ай, блин, здесь слезу, сравню картину маслом. Ну, вот здесь Ромарио стоял, а тут у него валялся этот. Корабль. Ну да. И не пизжу. Вот. Вот корабль, и Ромарио тут лежит. И я тут же стою, тут корабля нету. Какие-то четырасты ему накидали тут всякого говна. Нормальный ход. Так, и что-то надо это... Подождите. Типа как-то так засесть. Отлично. У-у-у. Так. У-у. Немножечко яркости. Немножечко контраста. И гаммы посветлее. О, пойдет. Готово. Куда у него тут корабль валялся, я так и не понял. Ну, Ромарио дает. Мы на почту идем. Где-то почта есть. И что-то валяется внизу. Карта. Посылочки собрать, патрончиков побольше. Да я понял, что ты прайс. Карта сокровищ имеется. Так это я рад за. Едем тогда на карту сокровищ. Она мне, по-моему, даже не одна. Или одна? Нет, ни одна. Северный Тамблвид. Южный Руанок. Давай на южный съездим. Где это? Далеко от нас. Ну, такое. А Тамблвид это... Вот здесь вот. Так, ну давай сюда. Съездим, поищем. У нас тут ТПшки по дороге. В Строубери только поехать. И в Ван Хорн тэпнуться, да? Поехали налево в Строубери. И в Ван Хорн тэпнемся.
там быстрее ехать. Так, а тут куда нам? Ну да, речка ж остается. Через город течет. И мы тыпаемся в город-герой Ван Хорн. Мы прям по прямой проезжаем сейчас. Блять, подглючивает что? Подорожает. Быстрое перемещение. Выбираем Ван Хорн. 5 баксов. Пошли. Цокает, поехали. Сокровище. Будет у нас 20 золотых. Сразу по краю едем, проверяем. Может, дешево лежит по краю. Вот. Это не то, это ягода малина какая-то. Наберем, годится. Пойдет. Производство алкашки. Годится. Так. Лошадь, ты чё? Сысься. Греби, коняша, как никогда. Тут под мостом нету? Очень часто бывает под мостом. Сокровища нету. Вау, поехали. Объедем по кругу. Часто бывает просто тупо на краю.
Возможно, под мостом. Приехали, объедем. Да вроде тут нет. Что за дяди? Сокровища охраняли, чё шо? Дядь, ты кто такой? Ян Смит? Светится. Это что тут? Сундук мой, который мне надо. Точно агента охраняли. Что тут? 1.6.94. И табачку подсунули. Пожевать. Так, открываем сумку. Где у нас там еще сокровища? Там был вид. Надо тэпаться, там был вид. Тэпаться тут. Из Ванхорна можно, да? Тэпалка, вот она. Давай-ка мы сюда сейчас доедем. По Бырику. И тэпнемся, там был вид. Конечно, ну поехали. Ну почему ты не едешь, блядь, ебаная лошадь? Надо стоять на одном месте, буксовать. Копай. Yeah.
Так, там был вид 11 баксов, да хуя. Давай поставим меточку. Ищем, что нам надо. Можем еще мяско попродавать. What's it to be? Продать мясо, птица. Lucky this is popular, how common it is. А и вот это мясо продать нахуй. Deal. Хуйную шкуру продать. Thank you for your custom. Вон карта лежит. Давайте искать сокровища. Ты мое сокровище, где же ты, где? Что-то и покопать можно. Наверное, во дворе. За двором. Что нашли? Монету. Так, а сокровищ тут не может быть в доме. Пошли посмотрим. Тут же тоже что-то может быть. Нету, но давай поищем. Что там есть? Кофе пойдет. Поищем, поищем. Ни хрена, да? Тут ром годится. А что со мной? А что я не могу ром взять? Могу. А в гардеробе что? В этом пузырь сверху стоит. Модный какой-то. Ага. Что ли?
Ну и ладно. Ездим по кругу пока. Не бачу ни хрена тут хорошего. Что-то золотым. А вот нашел. А вот наш сундук и с сокровищем. Забираем, что тут. 109-109 пойдет. Итого у нас уже 21-9 пойдет. Так, а кому тут помощь нужна? По-моему, копам нужна помощь. Поехали. Тарифу съездим. За каким-нибудь бандосом, который неразыскиваемый, но желательно уничтожить. Что-нибудь на глазик сожрать. Такое оно на глазик, тут все слабенькое. Тут вот сожрем. Коняшку кормим. Там еще, по-моему, что-то когда-то бывало на пороге. Я отсюда не вижу ни хера. Он тут прям внутрях сидит, да? Ну, did good, давай. Сопровождение каравана, поехали. This is most pressing. Some decent citizens have applied for an escort. They're traveling by wagon down to Gaptooth Ridge. Fella's name is Hugh Gibbons. Seems nice enough. Pays his taxes, keep him safe. Country is full of Del Lobos. You see him, kill him. You have my blessing on that. Just keep that fella and his property safe. Good luck out there. This country ain't civilized yet. Come on, get you! Давай что-нибудь пожрём. Every man's gotta travel his own road. Пряпнем на глазик. Шесть сами рулят, а мы за ними. А мы за ними съездим. Съездим, постреляем. Они будут рулить, главное тот, чтобы не сдох мудень. Это задний может где-то упереться, блядь, и по пизде пойти. Please go, да поехали, чё. Это не бандос там. Нет, это животное. Могут сзади, блядь, поднапасть, поднасрать, респануться. А мне тут в армии, да? Тут что у меня такое? О, вон едут. Вон летят.
Пока едем, пока живые. Что-то их не заприметил, откуда они, блядь, ломятся. Пол со снайперки пострелять. Иха, поехали. Да, играет. Вот стоят бандосы где-то. Где они? Вон они. Бились мы как-то лихо, они прямо сами ушли. Приехали уже. Теперь бандосов не будет. Вообще легкотня какая-то. Понты для приезжих. Доллар дали, 0,08, 22 ровно у меня теперь. А не, 7. Зачем я слез? Не знаю. Так, что теперь? А ты кто? Шейки. Приехали на почту, заедем. Патрончиков возьмем. Заодно надо бы оружие почистить. И можно будет лютовать, ездить. Кстати, тоже что-то моргало как-то. Помнится мне. Карта тут как-то валялась, я помню. Тут возле дяди на столе. И вот тут я что-то копал за забором. Когда-то. Ну да ладно. Тут ничего не лежит. И хрен с ним. Давай мы почистим наши пикали. Будем с начищенными пикалями бегать. Что-то мне карканов вообще не нравится.
с откидным затвором, по-моему, лучше. Надо ее, блядь, в этот убрать. Да давай все почистим. Как раз и масла наберемся. Ну что, дядь? Greetings. Good to see you. Берем патроны. Едем к злодею. Ездим на юга. Есть тут один знакомый злодей. Раз уж мы тут на югах, можно лошадь покупать. Поехали коняш купаться. Намоешься, красивая будешь. Давай, намывайся. Кстати, рыба какая-то должна клевать. Смотри, тут глубоко. Прямо это карьер. А ну, что-нибудь клюет у них тут. Сейчас проверим. Особая блесна. Ну давай. Ехал. Что-нибудь на особую блесну клюнет. Ну, что-то такое мелковатое, не крупное. Ты штып тебе. Давай, подгребай к берегу. Ты кто такой? Ух ты, лососевый. Ты кто, форель? Пойдет. Форель годится, смотри, у меня карманы большие, по 2 кг рыбы влазят. Йоху! Болька. Угу. Так, 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 так. Это вообще мелочь какая-то. Вообще какая-то херня какая-то. Жаберник. Что? Каменный окунь, смотри, пойдет. Так, ну что, качаем здоровье, называется.
Блять. Тут тоже что-то мелкое. Тоже, наверное, каменный окунь. Или синий жаберник. Штука. Вот что-то она мелко прорисована. 400 грамм. Оставим. Вот тут прям этот. Смотри, радуга ночная. Так, ладно, пошли тогда. Хорош. Половили, хватит. Надо и честь знать. Ну что, дядь, что тут у тебя беглые пацаны будут? Okay. Like any good business, we're on top of our accounts. I'm clerk, as well as everything else. Even bootblack. This is an invoice. You can fill that there, and you'll save me some trouble. You sure been taking care of things. Yes, indeed. Okay, давай. Have a read. Поехали грабить дилижанс. Да, мне пора. Где он там, этот дилижансий? Куда он едет? Явно куда-то вот в эту сторону. Едет. Этот дилижансий. Поехали. По железке можно ехать вообще без печали. Или даже нет. Или даже да. Да по идее по железке надо было ехать, что я туплю. Правильно еду, что никуда? Ну да, он навстречу мне едет. Ну просто сюда наверх надо заехать, здесь встретить их. И дядьков. Они сейчас навстречу мне выедут. Цел орел, блядь, дядь. И тут еще один, дядя. Просто съебнул. Поехали, конечно. Валим нахуй отсюда. Быстрым шагом. Они пущай нас ищут, как ветра в поле. Засады устраивает. Конечно, могут соперники украсть, но вряд ли у них это получится. Я уже сумочку принес. Давай денег.
Я валю отсюда. Все, розыска нет никакого. Иха. А зато тут есть алкашка, которая мне не лезет. Коробка какая-то, что в ней? И дядя был и ушел. Смотри, тут топтался. Хуяк его нету уже, блядь, резко. Так, а в дилижансах тут ничего не валяется, да? Ромарио поиграл. Меня уже подбирает. Так, что у нас еще есть? Есть почта. Патроны предоставляют страждущим. В любом отделении приходишь и патроны получаешь. Так, что тут? Good day. Что нам тут? Давай почистим. Так. Вот тут. Давай почистим. Вот тут 1, 2. Вот кто такие. Ездили поезд, пацаны. Лос пассажерос. Пассажерос написано. Ну, пассажиры какие-то. Ой, так, давай вот этих двоих. Только сейчас я это подойду. Секунду.
Так. Посохи разберем. Только других. Коняш. Поехали. Так. Лосо, болы берем. Вначале. Где они вообще эти два пасахироса едут? Где-то вот здесь, да? Встретим. Они вдвоем, если вдвоем, то вообще шикарно. Заболеть их обоих. Связать и вызвать тюремный фургон. Здорово, дед. Здорово, Ромария. Смотри, ты играл, вышел. Да не, они не вдвоем, кстати. Надо хавануть что-нибудь. Подожди. Что-нибудь хавануть надо. Карта сокровищ глючная попалась, так и не нашел. Да? А это что за шлепер сзади идет? Так, а вам лошадок надо убивать, да? Чтобы далеко не уезжали. Так, поехали вязать одного. Связать. Так, и второго. Поедем второго искать. Нахуй мне этот первый не упал. Погрузить. Второй там сидит, ждет меня, по-моему, да? Или нет, он там на этом. Да, вон он сидит. Я в нокаут всех преступников вырубаю, чтобы не бегали. А чё, не едет никуда, блядь? А ты чё? F связать. Так, и вызвать тюремный фургон. Так, взять одного. Загрузить. Хелп. Погрузить. Здорово. Бей, пока не напишет нокаут. Зачем?
Они тут все в фургоне нормально полежат. Экспы дадут. Че, что хотят, то и дают. Ну, сейчас этих пооблутаем. Лутаться. Лутаться. Леди говорит, вы тут устроили разброд и шатание. Самое смешное было, что пока ты бегаешь, чтобы тебя с фургона злодеи их доставали. Ух ты, а тут можно было подвзорвать. А тут в телеге ценного ничего не лежит. Нихера. Сегодня поехали. Щедро сыпало, кроме сокровищей. Мне сокровища щедро давало. Там был вид, везем. Дядьков. Снег выпал. У нас, да. У нас и морозец мощный. Так, по бырику сейчас сдать. God in heaven. Пойду на арбайтин. Давай, я сегодня тоже на арбайтин иду. Ай, сука, заехал не туда. Ай, ты ебическая сила. Hey, I'll find you, so I will. Все, пацаны, идите в жопу. Вы дальше не поедете. Я вас знаю. Time for running is over. The time for punishment has begun. You can count it, or you can trust me. It's all there. Так, хорош, да? Мы задали этих дядьков. Пойдет. Пускаем наш фургоний. Так, и что у нас теперь? Карты тут нету. Пошли на лагерь. $9 полетели. И у нас больше 10 морозов. Вчера 10 было ночью. А этой ночью, наверное, даже побольше.
сопутствуется. Так, дядька Рид, что у тебя? У тебя припасов нет, да? Давай тогда мы сейчас оружие почистим. Ой, как так-то? Ну, еще шаг сделай, сразу почистишь. Да чтоб тебя. Надо что, выйти куда-то подальше? Почистить. И тут. Этого я не стрелял, с этого я не стрелял. Так, болы. Поехали на поставку. You know, I'm all for a barter economy, like the good old days before we all became beholden to pieces of shiny paper. Anyway, my friend has some more goods to trade if we can hunt him some deer. And by we, I obviously mean you. I have enough on my plate. Thanks, partner. You're the best. Ты лучший, это радует, что я лучший. Белохвостого оленя добудьте, говорит. Олени вот тут были, блядь. Я помню, возле воды гуляли, блядь. Хоть кто. Возьмем. Торговец не принимает освежеванных. Погрузим. Поехали к торговцу. Так, вот тут вот. Берем метку, чтобы она лишний раз не светилась. Войти. Так. Да, мы тогда с тобой, Ромарио, сюда приехали. Этого пятна не было, куда забросить.
А всего-то навсего надо было взять оленя и приехать. Там прям возле него бегают. Не знаю, что он сам их прибить не может. Дядь Крипс, я тебе припасы привез. Занимайся. $500 XP. Воф-воф-воф. Вались, секунд. Я к сейфу подошел. Нет, не секунд подходит. Трется под ногами. Вот и дитя поглажу. Так, тут пока в работе, тут пока хватает. Где наше алкогольное предприятие? Так, поехать вот сюда, съездить. Тут копать ничего не надо. Съездим. Там карта лежит в порте. Заберем. Она должна была появиться. И тут травки всякие возле форта есть. По крайней мере, были. Что-то их тут не особо вижу. Возьмем смородину. Карта шумит, уже слышу. Там на втором. Обычно справа вот тут она лежит. Или вот здесь вот лежит. А это ее уже сюда засунули. Не так много мест, куда ее можно всунуть. Так, пойдет. Погреб тут слазим, может тут что интересное есть. Хрена. В сундуках ничего нет. А
в сейфе. Патроны, да? А мне нахуй не нужны. Мне патроны нафиг не нужны. Ну и все. Где наша алкашка? Наша алкашка хуй знает где. Поехали к этой пизде съездим, она нам в ебальник как пшикнет. Не надо копать где-то тут. Понял. Копать. Хорошо, копаем. Тут и травы всякой много. И грибов, и морковки. Не берется морковка. А тут такое ощущение, что тут медведь живет. Ободранная шляпа. Легендарный может жить. Потапыч. Какой дождик прям моцный, смотри какой пошел. Тут ничего копать нету. Сыр берем. Что еще тут? Кофе. И больше ни хера их на него. Поехали. Little luxuries.
Anyway, all right, let's see what you have for me. Oh, you must have been very patient to get this close. Fickle creatures, panthers. I bet this was a feisty little critter. Impressive. These can be hard to catch. Так, задания какие-то есть? Пока нет, надо пятый уровень. Что не можно купить? Так, снотворные патроны надо купить максимум. Пятый уровень надо. Давай купим. Good instructions in there. Okay then. Thank you. Пожалуйста, обращайся, мадам. Так, где наша алкашечка? Лежит. Вижу карту. Иду на нее. Тут же что-то лежало. Дядя-мудак. Вот ты дядя-мудак, блядь. У кого ушлёпок, блядь. Взял меня, подвинул, блядь, подрезал. И поплатился. Как говорится, за свою нерасторопность. Так, ну-ка, давай-ка. Нет, Дед Мороз, погоди. Сейчас мы чекнем. Он должен был же нагнать. Да. Ready to go, говорит. Что тут у нас самогон? Ага, мы еще и можем доставить, да? Люди. You are ready to drive, yes? Our clients are a little impatient, for sure. We wish to make a good impression. These customers have shown they have some good taste. Impression, compression. They're simple, of course. But given their lack of culture, I have to admit that they have chosen well. These jugs will arrive quickly and in one piece, yes? Есть.
Такое себе. Тоже мне бандиты, блядь. Кто-то сзади за мной гонится. Да ты шо? Ну вы, блин, даете. Уже не гонятся или еще гонятся? Гонятся собаки. Вот она все. Еще один там где-то несется. И вот она вся. Дядьки напали и пропали. И сгинули, зараза. Едем в автосалон в Роудсе сдавать телегу. Пойдет. Пошли, сходим на второй. Карта шумит, нет? А, нету. Ну и хуй на нее. А. Копал тут недавно. Понял. Приехали. За патронами и за алкашкой потом обратно. Ух, ёб твою мать, блядь. Я тебя проебал, дядя, сорян. Ты ехал по правилам. Это я что-то, блядь. Закрытый поворот, хуй смотрю. Чекнем, может что-то есть. Ну, маловероятно, но чекнуть надо. Может, респанулось. Ни хрена. Ну и ладно. Это не лутабельное, нет. Я уже грешным делом подумал, что можно лутануть. Так, забираем патрончики. Это хорошо. Окей. Едем на самогон. За целый доллар. Заходим. По-моему, ставим без ромок, а ромки можно добавить потом. Мне кажется, сильно не запариваться по этому поводу. That was a good sale. I have some ideas. Very well, but this could be cheaper. Ну все, он трехзвездочный, Сэм гонит. Правильно. Пошли статусы поднимем.
лить. Бухнуть. Жрать орехи. Закусить. Все, работайте, пацаны. By the way, I see we have some fresh customers. Allons-y. То есть он сейчас делает в стадии изготовления самого. Чувак занимается. Чем мы займемся сегодня? Поехали к вот этому дяде съедим. О, поехали заедем в рыбный магазин. Посмотрим, что там есть. Come up, take a look around. It's all spread out right here. Come see. Come see, come see. Вот рак, наживка, ракообразная. Черви, раки, озерные приманки, удочка, печенье овсяное. Смотри, оно какое годное, но оно, сука, $4. Оно для лошади именно годное. Стильный стимулятор. Подожди, а чё я тут всё купил? Все приманки? Ну, давай раков на 10 баксов купим. На доллар. Well. Да и все, что ли? Я думал, у нее тут всякого побольше дерьма будет. Нет, оказывается. Не всякого. Так, а тебе что надо, дядь? Рассказывай. Hey, thank you for taking care of that. Good. Good. There's something righteous you might do. Some boats been taken by these backwater hillbillies. Ought to know better. You just head up river and you find them for us. Okay? Okay. Then you bring them back to their owners. Should be docked south of Merkin's Wallow. I don't see you having trouble. Good. Good. We're counting on you. Take care now. Что надо? Куда-то направляться. Поехали, направимся. Я не читал даже, что надо делать.
Что-то надо. В Mecums End. Это что за окончание Mecums'а какого-то? А, типа тупик? Какая там пантера на меня не нападет? Злодею пиздить не надо? Надо. Играл. Ой, ебать, он меня с ножа зарезал. Охуеть. Просто в упор подбежал, блядь, и зарезал. Ну, не ушлепок, а. Я их тут, блядь, всех казнил. Хорош. Они тут сидели, отдыхали. А я такой, пришел, блядь, лодку верните, говорю. И давай шмалять. Жестко, блядь. Тут что-то шелестит. О, что-то тут шелестит. Лобелия шелестит. Дядь, а ты кто такой? А лодка у нас вот эта, да? Погребли. Может, их надо было просто подсвязывать, не убивать. А я вот это вот решил хуйней заняться. Мы уже приплыли. Как гоню. Время уже 7, нихуя себе. Нормально. Получите ваши шпроты и фунт прованского масла. Лошадь делает. Так, конечно, тебя почистить бы надо. Алло. Давай еще раз почистим. До полного, так сказать. Yeah.
Да. Корабль видел. Да я видел, наверное, на то же место приезжал, не было. Видно это. Now, isn't this my surprise? And we have got just the thing for you. All right, so I need some help with this one. Delicate. Наверное. I know I can trust you. What are you whispering about? Nothing you need to worry about, cuddly bear. А ты что, Гагару не это? Я на берегу ёбнул, смотрю, летит, бах, и забрал. It's all written down on here. So I assume this ain't a social call. Don't let me down. Просто спиздить ничего нельзя. Ничего нельзя спиздить. Он еще и работал. Может, тебе что-то лагануло? Где дилижанс едет? Ага. Он типа с города выезжает. Ну, давай куда-то сюда поедем. Может, что-то лагануло, подгрузило, его не туда кинуло. А может, четырюги какие-то хуйней занимались. Потому что в GTA я знаю, что там читы есть такие, что те могут, блядь, на голову сбрасывать всю технику, она у тебя на землю может, будет падать. Может, я и сфоткал. Я видел. Наверное, на то же место приехал, думаю, ебать. Че ты это мимо ездил, корабля не видел, блядь? Не, не то. Я раньше его там не видел. Я раньше его там не видел. Какой важный тип, и шляпу потерял. Этот рукой водит, лежит.
Да, дилижанс останавливает проще пареной репы. Ебанул лошадь. Там еще один уезжал, но что-то он не это. А, я в розыске. За мной еще и бандюки едут. Не, за мной эти едут. Злодеи. Злодеи-агенты, блядь. Видно, лошадь замедляется в заданиях, чтобы тебя могли догнать. Но все равно не догоняет. Они с него там что, суп сварят, чи что? Или свиней кормят, блядь, клиентами. Так, ну что? А можно у них по дому пошароебиться? Что у них что, хорошее лежит? Ни хрена у них тут не лежит. И взять у них тут ни хрена, не обыскать нельзя, не взять. А на втором... Сундук есть. По идее, можно облутать, когда зайдешь, так от балды. О, тут еще и спальня. И еще какие-то ящики. И вот здесь что-то есть. То есть, когда с ними можно общаться, можно к ним прийти в хату. И это... И пойти пошароебиться. Ну и ладно. Будем знать. Так, что еще у нас тут поблизости есть хорошее? Джо. Поехали к Джо съездим. Деликов еще целый час до свежих. А, Джо тут сидит в это. Бодрствует. Хатка тут маленькая. И он в ней висит. Прячется, блядь. Злодей. Давай лошадь покормим. И пойдем к Джо. Зайдем. Я у него уже один раз был. Что тебе тут можно обыскать нельзя? Нет, только к тебе подойти. Да? Убийство отряда? Да ну нахуй. Джо, иди лесом.
Я тут еще по отрядам не бегал, не стрелял. Так, поехали тогда сюда заедем. Я там какие-то зубы дергал. Тут в курятнике можно покопать. Там уже на нас такой же нападал, блядь. Убийство отряда. А мы на базе были, он приехал, и давай, блядь, пытаться нас убить. Давай попродаем всякую шляпу. Что можно купить, дядь? Динамит надо купить максимум. Ты что, весь его размудохал? Что еще у него есть? Давай купим нож, блядь, молоток, все купим, самогалк, бобы, горох, самогон не нужен, мазь для лошади нахуй не на, огненные патроны, разрывные пули. Что-то покупать, блядь, у него помало. Nice. Тратить бабки уже. Огненная стрела. Горячую смесь давай еще купим. Потратим, так сказать, бабосы наши. И чё у нас тут? Почитать его надо? Звериный жир, бутылку джина, рома, бренди или виски. Используйте тряпку, чтобы поджечь. Понял? Окей. Опасная смесь. Читать.
well. Так, а Назаровна у нас хуй знает где, да? Или нет? Она здесь. Поехали к ней съездим. Продадим всякую шляпу ненужную. В принципе, это ж можно туда тэпнуться, да? В Аннесбург. Тут копать надо сейчас. Под вешалками. Шелестит. Должно было. Я тут больше алкашка ни разу не попадал. Не, я второй раз попал из-за все время. Проконтролил, так сказать. Бывает, что карта Таро тут на улице лежит. Так, быстрое перемещение. За $2. Чистить надо. Можно было. Хоть что хмарить. Заодно и патроны взять. See you here again. See you later. Блять. Кошлюк такой кошлюк. Что мы продать можем?
что-нибудь не нужно. But the whole set is worth your while. All right, but it's worth selling these as a set, you know. Чувствую, я буду скоро продавать того, что по три. По два буду оставлять. Not a bad find. Well, well, the tea leaves told me it would be a good day. I confess, I underestimated you. Very well. I pay more for the whole set, you know. Quite mundane, but I will take it. All right, but it's worth selling these as a set, you know. Well, well, the tea leaves told me it would be a good day. Charming but commonplace. Quite mundane, but I will take it. Done. But the whole set is worth your while. Very well. I pay more for the whole set, you know. All right, but it's worth selling these as a set, you know. Транзакция зависла. До хера продал. Игра задумалась. Very well. I pay more for the whole set, you know. Что-то больше 500 или 300 баксов продаешь, сразу жопа начинается. Charming but commonplace. Quite mundane, but I will take it. I confess, I underestimated you. But the whole set is worth your while. Нет, там до хера. Его еще нет. Вот еще и все. Charming but commonplace. Самое печальное, что я выйти не могу, пока она транзакцию не посчитает. Да. There's no rush, not out. Так. Конечно. Тут вообще бонусы должны были дать какие-то. Но нет. Тема оформления бара. Бонусов нет никаких.
поехали к Олдену. Съездим. Там или почту повозить, или сопроводить кого-то. Я, говорит, дядя на телеге. Она внутри в шахте. Нет, на улице копать. Ну что, возле повозки? Может, где-то во дворах? Именно где-то здесь. Копать на горе. Вау, поехали. Почта. Где она придумала, сумка? Поехали, конечно. Отвезем. Тебя покормить, пока ты не обосралась. Thank you.
Чтоб тебя, блядь, завернул еще не туда. Дядьку надо отправить почту. А куда? А ты ебическая сила. Куда ее надо положить? А вот вижу. Пока сообразишь, куда. Так, не, не сюда. На входе, вот же, блядь. Что принес дядя? Лошадь, ты где? Поехали. Сообразил, куда кидать, блин. Силок, да? Понял. Пять посылок, время есть. Злодеи бегут за мной. Уже несутся, суки. Лошадь, ну ты бы еще вот это вот, блядь, хуйней не занималась бы, а ехала, блядь. Тебе бы цены не было, блядь. Это я, блядь, теперь положить не могу, блядь. Из этого, блядь, гибоклака своего, блядь. Он, сука, тупит, блядь, жестко. Еще на радостях убегает. Так, подожди, где тут один? Дядя и второй. Вы вдвоем прям в кучку легли. Хорош, вы мои родные. Еще и зубчик золотой привез. Да ты шо? Вот это молодцы, парни. Храбрецы. Так, еще две посылки. Просто пока бандиты далеко, ты можешь сдать. Ну, у тебя лошадь вечно тупить начинает. То она, сука, в камень упрется, то она змеи испугается, блядь. Успокоить ее в режиме, когда у тебя сумка на плече, невозможно. Почему-то. Не знаю почему. Видно, блядь, так на плечо давит, что не могу лошадь погладить. Почту тут случайно не Назаров не видел. Ты понимаешь, она перепуганная, эта лошадь. А тут еще что-то шелестит. Здесь, по-моему.
Алкашка стоит. Вот, не гребень. Помаду возьмем, блядь, и попиздили, и хорош. Ноль ноль восемь сейчас дадут. Да? Ноль шестнадцать. Я понял. Еще 20 минут, чем заниматься, блять, а? Есть что-нибудь еще поблизости? Хорошее что-нибудь? Ты кто? Джо? Нахуй не упал-то, Джо? Черная бель, белая черни, малой валентайне. Лакосэйди. Мамаша Уилсон. Гектор. Шон. Эйки. Бонни. Джеймс. Тут шериф, да? Да. Вроде всех пооткрывал. Что вот это за остров? Я на нем бывал. Так, давай в Роудс степанемся. Я хочу, в принципе, найти лодку и проебиться по этим островам. На эти я попадал. На эти я попадал без проблем. Вот это я не помню. Был на нем, нет, на этом острове. Вообще в Blackwater надо. Только тут лодку хуй найдешь, а тут есть варик найти. Но это не точно. Но можно кого-то дядю ебнуть. В общем-то, мне надо попасть в Роудс. Правильно? И ебануть куда-то с Роудс вот сюда на берег. Так, а где у нас тут? Кто у нас тут? И что мы наверху? А, ну мы доставку сделали. И нам теперь... Можно там кого-то мудня пристрелить, забрать лодку и поплыть. Оно покажет, можно туда доплыть или нельзя. Такое ощущение, что чей-то конь стоит. Well, hello again. Hello again. Ой, привет опять. Так, полетели в Роудс. Thank you.
вон даже корабль припаркован. Стоит. Был? Нет? Как мне казалось, что этот корабль должен быть. Найдем. Так, а я хочу попасть куда правильно? Вот сюда хочу попасть. Примерно. Чтоб понимать. Где она там? Копаем. И лошадь пердеть начинает. Жопу сразу и моем. Так, надо какого-то этого найти. Дядя, который просто гребет куда-нибудь. Тут я что-то лодок не вижу. Тут бывают всякие дядьки, типа этого, по-моему. Он гребет на лодке, дядя. Даже два. Один. Тон и гребет. Мы запросто все можем взять, что хотим. Все, что нам надо, это лодка. Оп, сейчас мы его скинем. Он не лутабельный получается. Если мы слезем в лодке. Его не ограбить, не взять не могу. Ну и хуй на него. Погребли. Ну на эти острова я заезжал. Тут там что-то яйца, блядь, выбегается. И всякая шляпа. Смотри, сколько тут рыбаков-то гоцает. На разных лодках. Большую воду я пересеку. Просто интересно. На пароходах на этих люди бывают. Я сейчас утону на большой воде. Этот хуй куда-то гребет, блядь. О как. Сколько мне тут еще грести? Ох, ебать, а тут логово какое-то справа, какой-то преступник. Нахуй он не упал его доставлять. И сам себя доставляет. Потом можно было ёбнуть, да и все. Но у него нихуя нет, он бомж. В
Я бинокль в руки взять не могу. Подожди, а где этот остров? Ну, в принципе-то и недалеко от Блэквотера. Вот это не он впереди. И с деревьями. Вот уже берег. Остров такой себе, блядь, мелкий, да? Просто кусок суши. А чувак, нет тут проплыть, блядь? Не слазя с лодки. Здоровье прокачивается. Нихуя себе. Ну вот это и весь остров, да? Просто мель какая-то. Доброе утро. Я думал, может тут остров как остров. А тут просто ебаная отмель. И нихера тут нету на этом островке. А пароходы-то плавают. Просто мель ёбаная. И трава растет. И нихера тут больше не растет. И нихера тут больше нету ничего. Ну, может, какой-то загадочный остров. Заплывешь, а тут какой-нибудь тебе бонус лежит. Ну и там такая же херня плоская. Возможно, тут рыба какая-то ловится путевая. Гребля полезна для здоровья. Вообще пиздец. По-моему, моя лодка уплыла, блядь. Не? Ебля, гребля, все это полезно, братан. На корабль какой-нибудь залезть поплавать. Они ж тут, блядь, на рейде по кругу гасают. Давай. Только... Деда, привет, как здоровье? Здорово, отлично. Поправился? Нет. Здоровье отличное. Смотри, как я лихо на аборт пш. На абордаж взял. Это ты в онлайн играешь? Да.
внутрь зайти нельзя. А снаружи тут... А мне тоже подарили такую игру. Хорош. А что, нельзя ловить? Порулить не пускают. Нихуя. Тоже учусь по чуть-чуть. И удочку нельзя. Не зануть. О, у меня, блядь, здоровье заканчивается. До грибов? Да. Деда, какой у тебя ЛВЛ? 126. Тоник в помощь. Не факт, что ты тоник выпьешь. И тут удочку нельзя вязать. Ой, деда, ну ты и задрот. Чего? Я месяц всего поиграл в эту игру. Че я задрот? Задроты на стрим приходят, им танки подавай, блядь, когда уже от них тошнит. Ну тоже задроты, блядь. У них в голове, кроме танков, ничего нет. Есть же куча интересных игр, которые интересно играть, интересно смотреть. О, ты танки не стримишь? Ну давай, пока, блядь. Ну пока, ебать. Что, одними танками жить? Нахуй они упали, блядь. Там тоже есть предел, как говорится, мечтаний. Ну, выкачал ты все. Если скилла хватает, ну, садись, отметки получай на стволы. Дальше некуда расти. Все уже. Дальше неинтересно. Пацаны, лодка нужна халявная. Дарю. Я уже 76 часов наиграть в эту игру успел. Вчера коллекционера купил. Хорош. Я тут еще натуралиста не вкачал. Блять, я опять испугался. Революцион 100. На печеньке к чаю. Спасибо большое. Я, блин, опять испугался доната. Оно в уши так. Щекам твоим. Я не простой, ты меня пойми. Украл твой взгляд, сижу за твои. Касание губ, что по щекам моим. Дай мне забыть, что было до зари. Но ты ведь не такая, типа как все. Я просто подошел и сказал здрасте. Не надо нежный слух мне на закате. Я падал и вставал, чтобы распять тех, кто много говорил за меня. Постой, я не впустил, говоришь, устрою. Я думал, песня сопливая. See you.
Так, рубашки, говорили, халявные какие-то есть. Смотри, какая невеста, блядь. Это питерская группа, грубо говоря, привет из Питера. Бесплатно оно будет показывать, когда только нажмешь посмотреть шмотку, и там уже взаимодействие левый контрол нажать. Все, мы белое себе платье купили. Да я понял, что там будет. Так. Что за сандали? Можно их посмотреть? А их не видно. Под платьем в пизду. А что за сапоги? Тоже не видно, блядь. Да жопа сапоги. Что с аксессуаров тут есть? Деда, дай пару лайфхаков по коллекционеру. Как шо делать? Как шо делать? Гайды искать, это же не интересно. Сейчас подскажем. Сейчас расскажем и подскажем. Шо делать по коллекционеру? Ну как вам платье белым? А, подожди, все, сейчас. По-моему, же мадам Назар нету, да? Наверху уже все, она тут кончилась. Надо. Надо сейчас мадам Назар найти. А чтобы найти мадам Назар, надо что сделать? Правильно, открыть карту. Смуглянка, молдованка, прям получилось. Открыть карту этой. Карту мадам Назар открыть для поиска. Так, Strawberry, Blackwater, где еще? А, вон, Valentine. Хорошо, давай сюда едем. Первым делом, что ты делаешь? Покупаешь у мадам Назар карты. Доступные тебе. Некоторые вещи при помощи такого взгляда находятся. Потом ты заходишь, когда в игру, мадам Назар у тебя на карте нет вообще. Гаррет есть. И охотник газ есть. Мадам Назар на карте отсутствует. Ты ее можешь найти случайно, либо открыв карту, и с этой карты три вещи найти. Вот мы сейчас едем за вещами. Искать монеты. Yeah.
То есть можно посмотреть, какую из коллекции уже почти собрал, и купить у нее ту карту на коллекцию. Нет, не обязательно. Смотри, сейчас я тебе все покажу. Ты ж только начал коллекционера, правильно? У тебя первые карты будут, это птичьи яйца, цветы и все, по-моему. А, ну, возможно, еще потерянные какие-то украшения или что-то такое. Универсальная, по-моему, у тебя карта будет. В каждой карте находится три... Ага, но я уже насобирал до него всякого разного. Ну, сейчас я найду три вещи, и я тебе расскажу, что надо делать конкретно у мадам Назар. Если мы мадам Назар встретим случайно, значит, мне не надо ничего собирать. Так, мне тут надо монетку найти. Сейчас мы по берегу лошадь отдохнет заодно. И мы монетку найдем. Так. Одну монетку мы нашли. Так, вторая монетка у нас находится где? Правильно, в Строубери. Поэтому мы делаем что? Правильно, едем вот сюда. На быстрое перемещение. И тэпаемся в Строубери. Позорные, лишь бы нападать на честных работяг. А вот мадам Назар. Плохой я коллекционер, ни лопаты, ни фонарика, как искать, фиг знает. Я расскажу, как искать. Волков нет, тут все кончились. Ну, я случайно мадам Назар нашел. Первое, что делаешь, когда находишь три предмета, заходишь в купить. И первое, что ты покупаешь, это лопата Леннингтон. При помощи этой лопаты ты сможешь копать предметы, которые находишь вот так вот взглядом. Они будут золотым светиться, таким бла-бла-бла. Подходишь, и там холмик. И на этом холмике, когда ты к нему подошел, появится копать. Второе. Ну и, соответственно, ты всякую шляпу находишь. И если у тебя деньги есть, ты можешь не продавать. Опять же, можешь прийти и купить следом. Следом ты покупаешь металлоискатель. Первое, что ты купил, это сумка коллекционера у нее. Потом ты берешь лопату, она недорогая. И потом уже металлоискатель покупаешь. Я не знаю, за сколько он там берется. Или за доллар, или за серебро. Ну, в смысле, или за золото. Металлоискателем ты уже можешь к ней не ездить, в принципе. То есть все остальное ты будешь находить... Вот так вот взглядом, когда куда-то едешь, ты садишься на лошадь и попиздил вот этой херней в руках. Она у тебя типа фонаря, но она не фонарь. Она находится, эта штука, то есть если фонарь у тебя находится вот тут, где оружие обычный, вот обычный фонарь, он ночью светит, то эта штука находится в предметах во второй хрени. Вот здесь вот справа у тебя будет сразу справочник, что-то там будет. Что-то у тебя тут должно быть, фотоаппарат, по-моему. И он находится вот здесь.
И все, и ты просто едешь по заданию. Катаешься от балды. Взял этот фонарь в руки. И слушаешь, он так начинает щелкать. Плюс он ночью, видно, он моргает. Чем ближе ты подходишь, тем чаще он щелкает. Ну и плюс так едешь еще вот этим зрением орлиным, типа видишь, вот зверей ты видишь. Они выделяются в траве. Плюс всякие растения ты видишь, которые редкие. По мере того, как ты будешь уровень поднимать, у тебя там что-то будет появляться для поиска еще. В итоге вот нажимаешь Б, сумка. В сумке у тебя появятся вот подсумки, вот эти вот предпоследняя хрень. Будет написано, чего сколько ты собрал. Как только у тебя собирается полностью вся коллекция, 12 из 14, там где-то что-то было, 14 из 15, собирается полностью вся коллекция, тебе к ней не надо ехать, ты заезжаешь на почту, на ближайшую. Во. Ну, типа золотым светится само растение, а если растение топчик, что надо, над ним золотое вот это свечение. Ты заезжаешь на почту и просто отправить по ссылке, у тебя появляется кнопка. Ты просто продаешь коллекцию мадам Назар, полностью всю собранную. То есть вся коллекция на полную стоимость стоит. А коллекция не собранная по отдельности, если продавать. Спасибо, деда. Она стоит дешевле, где-то процентов на 30-40, чем есть. И все. Просто по мере того, как ты будешь продавать у нее коллекции, ты будешь опыт получать. И, соответственно, будешь левел расти коллекционера. По коллекционеру там у тебя откроется. По-моему, у тебя не сразу эта сверкалка будет. Там тоже надо этот опыт получить. Сейчас я посмотрю, я тебе скажу точно. В прогрессе, в ролях смотришь... роли. И кто тут у меня? Вот коллекционер. На меня максимальный. То есть у тебя вот начальный этап будет. Будут вот эти синенькие выпадать. За синенькие ты откроешь лопату. Лопата $350 стоит. Потом ты откроешь сверкалку вот эту. Она стоит $700. Плюс у тебя тут открываются всякие стили, они за синенькие открываются, но покупать надо. Потом ты получаешь вот эту сверкалку. За какой-то там, за пятый уровень, по-моему, она у тебя откроется, когда ты пятый полностью заполнится шкала. Она у тебя откроется. И все, и потом коллекции будешь сдавать, у тебя будут свежие появляться. Какие-то там эти... прибрежные там эти окаменелости, какие-то там ракушки, блядь, какие-то кости каких-то рыб. И пошел-поехал собирать всю эту шляпу. В принципе, это доходное дело, но оно золото не приносит. Золото приносит тебе... Я вчера искал цветочек, не смог найти его. А его только со зрением со таким надо искать. Ну, в смысле... Большая так... поляна и ничего не понятно. Смотри, если ты первый раз этот цветочек ищешь, то, возможно, тебе его надо, ну, с таким вот зрением ездить искать. Потом ты их уже просто видеть будешь сам по себе понимать, что, о, вот то, что надо. Так, вот тут что-то цыкает, блядь. Они светятся золотым, эти цветочки. Вот, видишь, копать. Подходишь и выкопал что-то, что она на карте оставила. Ну, в принципе,
принципе, мне лишнего уже ничего не надо. А цветы ты потом приходишь, точно такая же желтая зона, ты приходишь и с вот таким вот зрением входишь, ищешь. И находишь там что-то. Просто в этой зоне бегаешь, где оно светится. То есть, если ты подходишь, вот такая вещь обычная, она у тебя вот справа подписана, то то, что необычное будет, оно вот будет, где написано вот «Дикая морковь», еще такой кружочек будет нарисован. Ну, типа, это топовое, то, что тебе надо. Ты можешь случайно эти цветы находить, вот таким вот зрением. Пряпа нашел. Просто бегая. Еще прислушивайся, у тебя способность появится, когда что-то топчик где-то рядом лежит, оно будет шелестеть, звенеть. Так, делинь, 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 как вот эти вот висюльки, то знаешь, звенят на ветру, есть такие, вешают в садах. Оно у тебя прям в какую сторону, особенно когда ты это зрение будешь включать, вот это вот. Оно у тебя, типа, в какую сторону смотришь, сильнее звук будет идти. И ты будешь знать, что, о, оно топовое. Подходишь, забираешь просто. Оно тебе уже за то, что ты нашел, опыт даст. Такие вот дела. Цветы тоже бывает глючит. Ты приходишь, а его там нет. Возможно, ты перед этим его забрал, тут мимо проезжал. Ну, поначалу карты есть смысл брать, пока ты не купишь вот эту вот шляпу, которая вот это вот звенит. Как только ты ее купишь, у тебя бабки потекут рекой. Можешь смело к мадам Назар приезжать, все скидывать до коллекции, ну, просто чтобы нафармить бабок по бырику. Нафармишь бабок по бырику, потом уже будешь коллекции собирать. То есть она собралась, ты отправил, собралась, отправил. Поначалу, конечно, ну по деньгам туго, там патроны надо брать, еще что-то. Заработка особого нет. Охотник за головами, ты голду зарабатываешь. Плюс на вот этих дураках можно тоже голду зарабатывать, которые дают задания. Вот на почте есть хуй с поднятой рукой, вот он. То есть можно принять задание и получить бабки. Все товары, которые ты через каталог заказываешь, оружие сразу на лошади появляется. Остальные товары, там боеприпасы покупаешь, патроны, захочешь на почту просто забрать. А вот здесь появится еще отправить посылку. Ну сейчас это мне забрать все, сейчас я покажу. Вот так вот нажимаешь, вот, отправить почту, она у меня сейчас, ну, не светится, потому что мне нечего отправлять. Если мне было что отправить, бабки получаешь тут же. В принципе, почему нет? Вот такие вот дела. Так они и жили. Так они все это и собирали, лутали. Вот в таком режиме ходишь и ищешь цветы. Поначалу этот режим будет слабенький, но по мере прокачки он у тебя будет лучше. Ищу цветочек, лисички, ежевика, кролики, малина, а цветочка нет, он большой куст. Да, бывает такое. Бывает куст, бывает цветок. Так, ладно, буду я собираться на работу. Пойду сегодня арбайта, но там уже вроде по 3 дня буду выходных. Уже будет полегче. Всем удачи.
Всем пока. Спасибо всем, кто смотрел.